Александр же, правильно? Да, 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 Александр, Александр. Александр, я думаю, вот сейчас вот, ну, например, взять вот то, что сейчас происходит в мире, ни на Украине, ни у нас там в России, то, что сейчас происходит в мире, вот это вот, я думаю, что-то новое должно выдумать наши, как говорится, умы, потому что и демократия, от демократии уже люди устают, и от коммунизма, и от либерализма, я думаю, что-то новое должно сейчас вырасти, само собой, как говорится, ну, человечество должно к чему-то новому прийти. Может быть, мы сможем, как говорится, это. Ну, понимаете, да? Все в один. Да, вы знаете, в мире происходят ужасные вещи. И люди как бы схватятся за голову, одумаются и скажут, что нет, хватит, не будем больше нападать, не будем захватывать, не будем присоединять, не будем вот разрушать, убивать, не будем. И... Но это в мире, это не у нас, конечно. Нет, я про это, я вас понимаю. Я думаю, мы должны прийти к какой-то новой, как говорится, новому мировоззрению, вообще восприятию вот этого всего нашей, вот этой вот торговли, промышленности, отношения между людьми, то есть родителями и детьми. Как говорится, всему. Вот. Нас сейчас толкают, как говорится, вот, ну, про, как говорится, эволюция или прогресс, как ее назвать. Что-то новое должно созреть сейчас, зерно, вот именно в наше время. Должны победить сила, ум и доброта. Ну, или родится новый Карл Маркс, более умный, чем раньше. А чем вам старый не нравится? Ну, нет, почему? Я не против его. Ну, я имею в виду, что-то сейчас вот это, как говорится, уже во всех странах, вы же видите отношения, ну, какие-то блоки там, где не блоки, там наоборот создаются блоки, там что-то переделывают, меняется. Я же говорю, войны, разрушение, смерти, захапывание, грабеж. Ну, естественно, так в мире это происходит. Как говорится, вот эта вот пирамида этого. Помните, МММ было? Ну, да. Да. Ну, это вот то, что сейчас происходит. И новые последователи этого МММ. Да. Ну, может быть, я думаю, кто-нибудь появится. Вот. Кто-нибудь обязательно появится и скажет, не надо, блин, вот этого всего. Александр, ну или как бы додумается, почему Александр, это происходит? Ну в чем причина этого? Почему? Много причин, почему? Вы же много сами причин. А он возьмет вот умный человек и самую главную выделит, несколько самых главных причин. Вот может быть, ну, я уже чтобы, и есть этот человек. Надо, чтобы его, как говорится, услышали. Вот, все, поэтому меня будет обязательно надо услышать. Я вас слушаю, да. Но я один, а вас-то... Ну, я распространю. Вы один, а потом вы же потом расскажете это знакомым, соседям, друзьям. Они дальше понесут. И не будет больше войн. Ну, что ж ты, я так хотел рассказать, что всем вина... Это тоталитаризм, авторитаризм, отсутствие демократии, отсутствие сменяемости власти, отсутствие ответственности власти, отсутствие разделения властей. Вот там, где это есть, эти безумные страны с народом, который это терпит, вот они как раз и развязывают войны, и нападают, убивают, разрушают, захапывают. Хапают, грабят.